Здравствуйте, сэр. Да-да, я принес ваш чай. Все, как вы любите. С бергамотом. Капелька лимона. И никакого сахара. О, я прошу прощения. Альфред заболел. Я его доверенное лицо. Алексей. Сегодня я буду заменять его. О, он очень хотел выйти на службу, но, к сожалению, сегодня у него не получилось. Что ж, сэр, могу я чем-нибудь вам помочь? Да, пожалуйста, конечно. Ваш чай. Наслаждайтесь. Прошу прощения, сэр, но вы выглядите очень уставшим. Позвольте мне помочь вам. Я раньше жил в Шаолиньском монастыре. Мы изучали тайные практики расслабления и успокоения. Спасибо, сэр. Уверен, что у вас получится расслабиться. Ведь у вас такая напряженная работа. Просто смотрите за моими руками. Салона. Сэр, у вас морщины. Позвольте мне сделать легкий массаж лица.
давайте, от вас ничего, ничего не требуется, только сидеть и смотреть, и слушать. Позвольте мне сделать вам легкий массаж лица. Уверен, что вы не пожалеете. Немного масла. Да, специально массажное масло на косточках абрикоса. Очень-очень хорошо расслабляет. Обязательно подпишитесь. Уверяю вас,
Если вы будете смотреть его видео, то вам не нужны будут никакие дворецкие массажисты. У вас все будет прекрасно и со сном, и с расслаблением, и с мурашками. О, спасибо, сэр. Спасибо за доверие. Что ж, а мне уже пора. Всего доброго. До свидания. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!